Ежегодно 26 мая в России отмечается День предпринимателя. Это праздник людей, которые не боятся рисковать, умеют достигать целей и постоянно двигаются вперед. Стоит отметить, что на 1 января 2024 года в Сергиевском районе зарегистрировано 914 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 2107 самозанятых. Малый бизнес вносит существенный вклад в развитие экономики муниципалитета. От его представителей в период с 2020 по 2023 год в местный бюджет введено налогов поступило 375 миллионов 600 тысяч рублей. Во вторник, 28 мая, в здании администрации Сергиевского района на еженедельном совещании с руководителями учреждений и организаций самым активным представителем сферы предпринимательства за многолетний добросовестный труд вручили благодарственные письма муниципального уровня и памятный знак заслужения людям, учрежденный по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Вы те люди, которые нас кормите, делаете нас красивыми, строите. В общем, вся палитра услуг, которые есть на территории Сергиевского района, это вы предприниматели. И, конечно же, наравне с тем, что любой предприниматель – это получение прибыли, да, и наравне с этим очень много занимается волонтерской деятельностью. Я за это вас хочу отдельно поблагодарить всех. Среди награжденных в этот день была представительница семейного интерактивного музея чувашской культуры «Яшкин дом» Елизавета Малиновская. Небольшой уютный туристический комплекс открылся в селе Старая Якушкина 10 июня 2023 года. У нас родители всю свою жизнь занимались исследованием нашей истории. У нас очень много сохранено данных, у нас собраны данные об наших родственниках до 7-8 колен, то есть это удивительно. И изначально наши родители собирали различные экспонаты прошлого труда чувашского человека и собирали их дома. Хочется, чтобы больше людей узнавало о нашей истории, а чувашах вообще мало очень известно в нашем районе. Кроме того, награду достоились исполнительный директор АО «Сургутская» Елена Кардополова, коллектив Сергиевского потребительского общества, директор ООО «Digital Market» Илья Соколов, генеральный директор ООО «СТК Групп» Александр Гладков, а также индивидуальные предприниматели Елена Сабельникова, Дмитрий Домненко, Марина Фомина и Наталья Маркина. Дарья Колесова, Антон Иванов, телерадиокомпания «Радуга-3».